Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке «Банда клоуна в Чернобыле». Мы продолжаем, ребята, играть. Как я понял, вам прошлое видео очень даже понравилось. Писали в комментарии, обязательно проходи, ничего не пропускай, потому что больше вам нравится то, как я играю, а не то, что вы там хотите концовку посмотреть и тому подобное. Плюс к этому мы вот эту вот бабусю еще даже не видели в прошлой серии. Надо это исправить. Вот реально, что-то я как-то там миссию, связанную с ней, выполнял, а саму ее не видел. Это очень странно. Так, по-моему, нам тут надо было этот, как его, какую-то инструкцию притащить. Сейчас еще раз прочитаем. Вы нашли панель управления, но вы не смогли разобраться в том, что она делает. Найдите книгу с инструкцией. Ага, ну да, все, в принципе. То, что доктор прописал. Давайте тогда валим из котельной. Сейчас будем искать эту книженцию. Так. Ну вот вопрос. Где она вообще может быть? Мест куча. Мест реально куча предполагаемых. И придется, наверное, не сладко. Интересно, как спортзал выглядит? Вот это я его, кстати, не видел. Надо будет тоже как-нибудь туда сбегать, посмотреть. Так, взяли мяч. Это давайте откроем тут. И тоже все проверим. Помидорчик собираем. Так, иди сюда ты. Ага, все отлично. А тут стой, столы по... А, это стул упал. Черт, я думал, столы я ронять могу. Нифига себе думал. Но нет, не особо работает. Так, это что за такое? Хлебушек? Хлебушек. Забрали. Так, дальше что тут у нас будет? Интересно. Нет, здесь пусто. Грибочек снова. Что-то я там смешную в прошлой серии про грибочек рифманул. Там аж начали писать, то, что стишочками надо сочинять. И снова, что ли, в рифму? Там мне начали писать, что надо стишочки сочинять. Хотя нет. Ну или да, фиг его знает. Так, ладно, у нас тут есть шкафы, в которых мы можем прятаться. А, ну да, можем, а то что-то не вылезло. Я думаю, че, не можем, что ли? И также... Я по-прежнему не могу нифига найти. Еще, кстати, прикол в том, то, что вы же мне не запрещали проходить хитрыми способами. Так что я буду проходить хитрыми способами. Почему нет? Вижу клоуна. Вижу монашку. Не вижу бабуську. Где бабуська, пока что не ясно мне. Я ее ни разу не видел. Где она ходит, где она бродит, абсолютно мне непонятно. Второй этаж, такое ощущение, что полностью пуст. Вообще ничего нет. Надо проверить там кабинетик один. Потому что там есть продолжение. Получается, это что-то типа директорской. А, ну да, тут как раз-таки вот и закрыто, ё-моё. Здравствуйте. Все, я понял. Сейчас будем запрыгивать на крышу, ребята. И супер лайфхаками пользоваться. Так. Нам зашел клоун, но, как я понимаю, он идет не ко мне. Ну и прекрасно, в принципе. Так, а что-то... Что я смогу вообще? Ага. О, здравствуйте. Здравствуйте, я наверху, все отлично. Сейчас мне главное попасть в нужный мне кабинет, в принципе-то. И, по-моему, вот он. Так, давай. Ой-ой-ой. О! Разраб пофиксил. Вот прикол. Погоди-ка. Надо еще раз. Такое ощущение, что разраб пофиксил, там нельзя повиснуть сверху. Может, мне, конечно, показалось. А может и нет. Блин, клоун вонючий еще идет. Ну, что-то как-то я хотел по-хитрому все-таки. Ага, тут всякая байда наклеена непонятная. Ой-ой-ой, а он сверху, блин, я напугался уж. Думал, он спускается обратно. Все отлично. И мы с вами идем снова на крышу. Э! Как мяч-то улетел. Не понял прикола. Хоть... Да... Нет, стой! А-а-а, дебильный мяч, да что ж с тобой не так-то, а сегодня? Пойду другой возьму. Этот со мной не хочет, короче, дружить. Возьму футбольный. Баскетбол сегодня не мое. Так, забираем хлебушек еще один. Да что ж такое-то? Что-то сегодня какой-то денек бросальщиков. Мяч вылетает, да вылетает постоянно. А что-то он сейчас не запрыгивает. Не понял. Алло. О. А застревать-то зачем надо было? Ё-моё. Ё-моё. Ну это вообще не дело, ребятки. Это совсем не дело. Запрыгнул не как надо. Вот тебе и хитрые способы, блин. Все через одно место получается как-то. Ну что, ребят, попытка номер два. Блин, дебильный. Он улетел?
Ой, вот тебе и попытка номер два. Да что ж у меня так эта тупая кнопка лагает? Я не понимаю, она меня уже достала. Как мне сделать так, чтобы вот это вот управление не было связано с кнопкой? Оно задолбало меня, если честно. Ладно, эти лайфхаки, ну их в попу. Короче, будем делать по старой доброй тактике. Вот так вот закидывать. Все, готово. Сейчас пойду на крышу, блин, обратно. Потому что это какая-то жесть. У меня уже бомбит, блин. Я тут столько пытаюсь запрыгнуть туда-сюда. То застряну, то еще какая-нибудь билиберда. Короче, веселого мало, ребята. Но зато я теперь понял, как четенько запрыгивать наверх. Хотя, конечно... Ладно, давайте попробуем. Покажу вам. Но очень четкий вариант срабатывает на ура. У меня уже получилось один раз. Ну и тогда у меня, конечно, с первого раза получилось неплохо. А нет, смотри, все-таки работает. Ништяк. Осталось найти нужное окошечко. Так, 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 так. По-моему, вот это. Да-да-да. Ага, все и тут. Это не тот кабинет? Да. Я просто обожаю... Я просто это обожаю. Блин, надо было сюда, касса. Ну, ёк-макарёк, а. Ну что ж мне так не везет сегодня? Один левел у меня уже занял дофигища времени. У меня такое не часто бывает на самом деле. Но сейчас это точно вот то самое. То самое, что занимает кучу времени. И это только один левел. У меня такое ощущение, что если бы я просто пошел этот ключ искать, я бы быстрее справился. Почему я вообще подумал, что именно здесь? Походу, что-то я неправильно рассчитал там, ребят. Так, не выкидывай только мячик, ладно, я тебя умоляю. Значит, вот сюда нам надо. Сейчас попробуем как-нибудь. Так, блин, очень страшно прыгать, если честно. Хоп. Ах ты. Так, подожди. Да давай уже. Да, я пытаюсь так, чтобы... Ах ты, блин. Не зацепляется вообще. Вот если отсюда ломать, в принципе, то тактики работают, но... Блин. Это тупой способ. Я любил как бы спрыгивать по-четенькому, а тут как-то сложновато. Все, отлично, разбили. Все, думаю, сейчас у меня точно должно получиться. Блин, ну уже столько я тут пытаюсь прыгнуть, запрыгнуть хоть куда-то. Не... Ключ. Ключ, да, значит? Так вы со мной, да? Вот гады, а. Я тут мучаюсь, да, все это делаю. А тут такое, мне ключ подкидывают. Все, я понял тебя, игра. Ну, я тебе еще припомню, блин. Ну, это вообще какой-то не ништяк. Взяли вот просто и ключ дали. Я мучился столько. А он, оказывается, вообще там прям лежал где нужно. Да. Сейчас еще отсюда какой-нибудь этот... А, подожди, здесь же зеленый нужен. Ой, желтый. Тогда все окей. Смотри-ка. Не-не-не, ладно, окейушки, я понял. Так, где она там ходит? Где-то там ходит, непонятно где. Давайте, ребят, через крышу действуем. Снова как спецагент какой-то, блин. Я не знаю. Реально, я похож не на того человека, который тут на экспедицию отправился. Хотя, вроде бы, я. Есть тут спецагент, да, какой-то? Фиг его знает. Да что ж меня смещает-то в бок куда-то? Я понять не могу. Что снова тут не так? Надо мной игра сегодня издевается? Надо мной управление сегодня издевается или что? Я понять не могу. День издёва какой-то надо мной сегодня, походу. Ладно, давайте быстро, короче, уже действовать. Я с этим уровнем задолбался, если честно. Он никак мне не поддается сегодня. Так, где там запрыгивать-то? Вот здесь вот. Опа, отлично. О! А вон книжка-то сразу. А нафига мне этот ключ тогда? Не понял. А, видимо, этот ключ от какой-то другой двери, где будет ключ от этой двери. Ой, вот это путаница, конечно. Намутили такую путаницу, просто ужас. Так, там кто-то поднимается наверх, сейчас мне надо обратно в котельню. Наконец-таки, ё-моё. Я задолбался уже. Я реально просто задолбался. Так, а эти окна разбиваются? Что-то как-то не смахивает, что тут вообще есть окна. Тут просто есть окна, но стекол нет. Вот так вот будет правильно. Я где нахожусь-то, а? Я пришел в котельню. А, нет, я пришел в какой-то дом. Вот тогда. Это, конечно, все прекрасно. Но я ведь не в дом приходил. Мне в дом не надо. Давай-ка отсюда вылезаем нафиг. Ой-ой-ой, сейчас бы еще не попасться врагу на глаза. А то вообще получится печальная история. Где котельня-то эта? А, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она там еще подбегает немножечко иногда. Аккуратно. Все, ребята, она за забором, ништяк.
Вот котельня. Блин, надо как-то туда беспалевно залезть еще. О, магазин здесь. Прикол. И по-русски написано. Я уверен, то, что в игре на английском тут тоже будет этот на русском. Ну, мне так кажется, лично фиг его знает. Так, все, отлично. Вот котельня. Я иду туда с... наконец-таки с инструкцией. Но на это мне пришлось потратить овер дофига времени. Вот просто капец. Миссия выполнена. Это просто долгожданная надпись в этой миссии. Это капец какой-то. Это реально какой-то капец. Ладно, давайте посмотрим, что у нас будет в следующей миссии. Там, надеюсь, что-нибудь будет полегче, потому что у меня уже все мозги, все силы ушли на вот эту миссию. Ну, тут как обычно, вообще, я не удивлен ни капельки. Инструкция оказалась неполной. Наверняка вторая часть хранится в каком-то сейфе. Найдите в соседних домах ключи от комнаты с сейфом и найдите его. В соседних домах? Тут этих домов, блин. Дофига и больше, мне сейчас тут год их искать, эти ключи-то. Ладно, давайте по чесноку тогда пройдем, потому что сейф-то я по-любому не открою без ключей. Так что тут, ребята, вообще просто без каких-либо других вариков нужно искать ключ. Опаньки, здоровки. Клоуняка, ты что тут, копался в этом угле или что это такое? Я даже не знаю. Так, ну окей. Ну, короче, я буду надеяться, то, что в каком-то вот из этих домов поблизости будет ключ. Не там где-то дофига-дофига где, далеко-далеко где. Мне такие дома не нужны. Я буду искать в домах поблизости. Так, здравствуйте. Тут ничего. А, сейчас все проверим. Думаю, все-таки смогу найти. Так, грибочек. Забираем. О! А, у меня такой же мяч, да? Или немножко узор отличается? Что-то мне, по-моему, уже кажется, я совсем с ума, что ли, сошел. Ну, тут сыр есть. Но это нифига не то, что нам надо. Этот дом пустой, можно так сказать. Вот отсюда я могу выйти? Ой, отсюда тоже могу. Куда я вышел, блин? Что-то в неудачное местечко какое-то я вылез. А какие еще дома есть поблизости? С той стороны только. Опа, бабуська! Ну, наконец-то мы тебя увидели. Вот бабуська-то и пошла, куда нам походу надо. Ладно, загляну в магазин, может там что-нибудь будет полезное, а? Не знаю, раз пока бабка заняла там нужное местечко. Ну, хлебушка вот тут покушать есть. Казалось бы, магазин, а тут кроме хлебушка ничего нет. Здравствуйте. Ох ты ж, блин. Хитрющий магазин-то. Вот тебе кроме хлебушка ничего нету, ага. Заныкали туда ключ, который мне нужен. Блин. Но мне нужно как-то пробираться в это здание. Там бабка оккупировала просто. Вон, смотри, ходит, бродит. Так, здесь нет ключа. Сваливай, бабуся, давай. Все, отлично, она ушла вроде как. Мы тут можем поковыряться, тут какие-то ванны. Старые, сломанные, ржавые все. Испорченный ужас просто. Так, бабуськи все нет. О, нифигарики, тут подняться можно. О, мяч мой куда-то тут вылезает, залезает. Реально? Какая же все-таки огромная территория для изучения. Просто капец, а тут замучаешься проходить каждый уровень. Честное слово, блин. Разраб, конечно, знатно постарался, блин, с этой картой. Столько домов понастроить. Это жесть. Так, это что такое, балкончик? Ага, ну, безопасность, конечно, на высшем уровне у этого балкончика. Так, дальше что? Снова помидорчик. Тут что-нибудь есть? Ничего. Ну, второй этаж, в принципе, я проверил почти. Хотя, кого я обманываю. А это типа квартирные домики, да, что-то типа того, я думаю. Вот тут одна квартирка, вторая, третья, четвертая. Ковыряйся, сколько тебе влезет, пока не найдешь ключ, в принципе. Тут так двери странно торчат через стены. Вот это, конечно, немножко неудачно. Ну, тут балконы все такие. Дома хорошие, видать, строили. Так, ладно, здесь ничего нет. А тут меня не пускает. Надо вот так вот. На втором этаже, точнее, ничего нет. Будем искать что-нибудь на первом. Потому что нам говорили четко, где-то в домах поблизости. Вот я и ищу, в принципе, в домах поблизости. Но пока что, конечно, результат от этого всего меньше, чем ноль. Действительно, меньше, чем ноль, блин. Ну где ж ключи-то все? Сколько мне тут ковыряться, а? Я не пойму. Заблудился 200 раз. Что-то запутался. Хлеб нашел какой-то. Нафига мне хлеб-то, а? Я пришел не за этим. А, подожди, а тут я был? Черт его знает.
проверю на всякий... Нет, тут я был. А где ж я не был тут? Я, по-моему, только 3 комнаты проверил. Где-то не был вроде. Короче, какое-то тупое здание, честно говоря. Ничего толкового я тут не нашел вообще. Вон клоун ходит, бродит. Гаражи тоже. Варик нерабочий. Блин, здесь даже выйти нельзя еще. Попробуем, короче, с балкона того безопасного выйти. Там уж у нас точно получится. Здесь его специально для этого, наверное, сделали. Чтобы вот так вот выходить. Так, ну раз магазины я проверил. Магазин. Не магазины. Тут я, по-моему, только один нашел. Вот это вот еще здание. На очереди вроде как. Хотя оно... Нет, оно открыто, ё-моё. Ну, мне кажется, тут, наверное, будет. Раз тех двух не было... О, сразу и нашел. Подожди, тут кто-то ходит. Надо свалить отсюда. Окей, свалили. И все, ребята. Блин, они в 2 метрах находятся, эти 2 здания, нужные мне. А я ковырялся, где полкарты у меня. Замучился, ё-моё. А сейчас нужно еще это найти. Так, подожди. В домах ключи от комнаты с сейфом. А, сейф еще надо найти. Да черт возьми, ну он, наверное, в школе. Они же в школе орудуют, эти гады-то. Ой, блинский. Валим, там еще клоуняка меня ждет. Вот тена, блин. Ко входу я явно сейчас не иду. А нет, вот вход тут есть. Все, идем в школу быстро, ребят. Просто быстро и пытаемся найти как-нибудь сейф. Я уже задолбался с этими чуваками всеми. Думаю, то, что все-таки в директорской будет сейф. Стандартное для него местечко. Блин, ну по-моему, вот как вот тут вот миссия я прохожу долго. Я еще ни в одной части от этого разработчика не проходил. Вот просто капец какой-то. И чё, не понял. А где сейф-то? Блин, что-то не прокатило немножко. Продолжаем тогда поиски на 2-м этаже. Панель управления тут есть. Но это не сейф, да? Да, очевидно, в принципе. Так, ну давайте сюда попробуем. Может, тут что-нибудь есть полезное. Текст. Здравствуйте, блин. А вот, нашел. Подожди, а я ключ сейчас нашел. От чего? Сейф нашел. А его открыть-то я могу? Нет. Там надо открыть-то или просто нашел сейф? Черт его знает. И че? Ах, ух, ё-моё. Выполнил наконец-таки. Ребят, 2 миссии. Я замучился. Просто капец, аж голова заболела, вот честное слово, у меня ни от одного видео никогда голова не болела, а тут я что-то ругался столько, не мог то сделать это, то мечи у меня улетают, то на крышу я залезть не могу. Короче, серия получилась какая-то вообще неудачная для меня. Это просто капец, но зато мы увидели бабульку, конечно, только ее спину, она не бежала, но монахиня с этими сумасшедшими глазами за мной постоянно только носится здесь, хотя тут вообще не в тему как-то. Не знаю, что он тут забыло. Ладно, ребят, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.